ты? Эй, ну все, как дела? Давно мы были в кино? А вы слышали, что школа выходит? Каждый мультик, знаете какой? Тролли! Я дождаться не могу. Вот я решила сделать квест в поисках тролли, чтобы найти подарки от троллев. Будете мне помогать? Да? Я так и знала. Зайчики мои. Итак, первое задание. Если хочется вам спать, то ложитесь на... А куда ложиться-то? Вы знаете? Точно, на кровать! Если хочется вам спать, то ложитесь на кровать. Итак, ножик у него 4, он стоит в любой квартире. Это же стол! Ура! Еще одна подсказка! В сказке можно он летать, дома украшением стать. Что же это? На чем за сказку мы летали? Что же это? Я уже игрушку хотела упаковывать. Я вспомнила! На голове в самолете! Ура! Мстительный Сэм мою одежду съел. Кто это мою съел одежду? Это же шкаф! Фух, напугали. Пойдемте смотреть. Ау! Это же Тролли! Наконец-то их нашла. Прежде чем играть, нужно переодеться. Бам! Вау! Ого! Вау, вот это волосы! Вот это да! Как же круто! Я тролль! Классный у меня тролль получился! И сюда подпишись в комментарии. Давайте посмотрим их. Вот это алмаз. Смотрите, какой он большой. А какая коробочка яркая. На нем нарисовано много разных троллей. Пойдемте открывать. Ого, как сложно! И мы также будем играть с алмазом. Опа! Оп. Смотрите, какое! Давайте прочитаем инструкцию. Понятно. Ой, видела! Ух ты, какие волосы! Им можно так много причесок взять. Ты. Говорят, он любит вечеринки. Смотрите, какие стильные очки. Я летучая мышь. Я тролль, я расческа тролля. Давайте сделаем ему модную прическу. Это не его стиль. Это ходи делать без хвостика. Я падаю! Пойдемте посмотрим, что еще в шкафу есть. Да это залозочка! Подложка алмаза! У него целый тут салон красоты! Вот это мне нравится! У нее тут украшения, цветочки, ножницы, фен, расческа и аксессуары. Пей спаковывать! Подержим тут. Такая веренька. Вот я сама достала лозочку. Сейчас подержим.
щеточка. И ложечка тут. Смотрите, как я на нее похожа. Что-то не очень. С ращими волосы было бы лучше. Лично я за натуральную красоту. Так, ложечка, давай себя причешем. И пойдем в поход. Померяем цветочки. Смотрите, какие я цветочки одела. Друзья, заходите в гости к Лосочке. Она вам сделает фирменную прическу. И покрасит волосы. Ну вот и все. Мы с Лосочкой и Алмазом желаем вам приятного просмотра. И пропустите этот мультик. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всем пока.